Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Империи Зла. И сегодня я не один. Сегодня со мной мой подписчик Захар Градусов. Он вообще не всех комментирует мои ролики. И его комменты мне больше всего нравятся. Короче, мы только что сходили вместе на игру «Зенит Динамо». Поснимай меня. Давай. Короче, «Зенит» выиграл абсолютно по игре, абсолютно по делу. Вот дна. 2-0. Сейчас хоть не будет такой истерики повальной в СМИ, что «Личка, сейчас, сверхбеги!» А если бы он победил, если бы он отскочил на пенальти как-то или на каких-нибудь тупых отскоках, то всю паузу на сборной пиздели бы только об этом. Но здесь и сейчас Симак показал просто наглядно, безапелляционно, что «Зенит» сильнее всех. И «Зенит» абсолютно по праву занимает то место, которое занимает в чемпионате. Первое. 2-0. Могло быть и 4-0, и 5-0. Моментов было достаточно. Дубль кассира. Очень рад за Матео, что весной при новой схеме он продолжает забивать. Забил сегодня два важнейших мяча. Рад за Адамова, что он опять стоял сухарь. Рад за оборону, что она... В принципе, не придумывала сама себе ничего возле собственных ворот. Но это еще не все хорошие новости на сегодня. Квинси Промес. Хрю-хрю-хрю-хрю. Задержан в Дубае по приговору. Не по приговору, а по запросу Нидерландов. Его ждет экстрадиция. А неделю назад Рыбакард укорекал громче всех, что... Все, за него вмазали. Сейчас он вернется в Россию. Ну что, где все те, кто радовался? Сейчас Промес вернется! Вернется. Только не в Спартак, в Нидерландах. В колонию, на зону, блядь. Туда, где ему самое место. Не, я в очень приятном шоке, столько приятных новостей за сегодня. И еще убрали с Краснодара вот этого опасного поцака. Мусор вынесли без вообще вопросов, какие бы то ни было. Даже по судейству, прикинь, вообще не до чего доебаться. Газпром день, вынесли мусор. Сейчас еще вот это про место задержать. Просто замечательный день. Просто замечательный. Зенит чемпион.